В общем, мы решили, чтобы скоротать наше время, поиграть в древнюю русскую игру «Ладушки». Можно чуть-чуть поделать какие-то дыхательные упражнения, пока дождь не пошел. Вот такой вот умный ребенок у нас. Рада. Покажи, дай людям, как это нажимать. Так что на базарной 25 мы вот получаем такие посылочки с Алиэкспресс. Итак, друзья, мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Пока что дождя не видно, хотя грозы видно. Вот, собственно, видно каньон. Очень круто это эхо. Слышно вон людей, которые там снизу. А людишки далеко. В общем, мы решили, чтобы скоротать наше время, поиграть в древнюю русскую игру «Ладушки». Как бы вы думали, что как это происходит? А вот так. Можно приговаривать. Ладушки, ладушки, где жили мои бабушки? Пока мы там не кушали, можно сделать пару дыхательных упражнений каких-нибудь интересных. Вообще-то классно посидеть, послушать, как река журчит. Вернее, водопадик там небольшой. Здесь, наверное, ну, побольше, но тут небольшой такой, в полметра, наверное, если меньше. И Рада тут сегодня первый раз научилась нажимать вот на эту кнопку. И получается, Рада сегодня первый раз на нее сама нажала, мы ей даже не показывали, она просто сидела и начала нажимать. Вот такой вот умный ребенок у нас. Рада, покажи, дай людям, как это нажимать. Хочешь попеть? Пой, Рада. Пой, Рада, пой. Пой, Рада, пой. А, вот. Говорит, когда просишь нажать, она, конечно, не будет нажимать. Или когда снимаешь, чтобы никто не увидел. И все подумали, что родители обманывают. Да, Рада? Рада, нажимай. Рад, бато, напазал. Ай-я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 й-
Рад, давай, нажимай еще раз. Рада, я держу, нажимай. Рада, подожди, ма. Слезла от этой шеи, больнее. Крёса, окей, чего? Я еще научил тоже делать. Рада. 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 Настан прям. Где стесняется? Видите, мы ее оставляем, если что там, на полчасика побегать без подгузников. Чтоб папа привыкла, чтобы, в общем, не было раздражения и так далее. И ей не нравится, когда ее одевают сильно, иногда, иногда просто не нравится. Габриэль дает в руку что-нибудь интересное, и тогда ей менее не нравится, она отвлекается. Не любит одеваться, любит так ходить. Смотри, какая кнопочка. Мы буквально через минут 5-10 оденем сейчас Раду и отправимся на почту. У нас тут оказалось, что есть прям рядом с домом почта, не очень далеко, вернее, от дома. И мы сейчас с ними поговорим, и в принципе нам туда, наверное, будет ближе ходить. Сейчас мы все разузнаем. Может быть, если кто-то хочет нам писать подарочки и так далее, запишем их адрес. Да, или открыточку можете нам присылать и так далее. Если что, будем туда переносить наши покупки с Алиэкспресс, туда вроде дешевле, в общем. Вот такие вот 11 месяцев. Надеюсь, дальше пойдет еще все лучше, все веселее. И бодрее. Радушка наша играется с этим от Индии. Из Индии, вернее. Мы буквально за 30 рублей его купили, если не за 20 или 25. Так что, если будете в Индии, покупайте дешевые сувениры. Надо было брать больше, дарить и так далее. Короче, мы сэкономили, но надо было вот этих понабирать. То есть, у вас можно получить посылочку, что нам приходила смс? Отлично. В общем, базар на 25, отделение связи 65048, вот тут написано. Можно принимать всякие платежи и так далее. Короче, тут сверхвысокотехнологичное отделение, в отличие, по крайней мере, от некоторых других. Так что, если что, присылайте нам на базар на 25. Сегодня мы напишем, да, в общем, у нас изменилось отделение, вы слышали, там, почтальоны будут переезжать все и так далее. Так что на базар на 25 мы вот получаем такие посылочки с Алиэкспресс, и если вы нам что-то тоже пришлете, то мы обозрим все, и вот это мы тоже обозрим. Возможно, к нам приехал коптер, дрон.
Так что у нас много всего интересного. Смотрите наш канал. Много всяких интересных новостей. Ну а на этом все. Я думаю, что мы на сегодня будем прощаться. Завтра, думаю, сегодня у нас уже не будет сил открывать эти посылочки. Хотя, может быть, если там дрон, то, конечно, исходим. Как видите, погода не очень хорошая. Как раз, когда мы вернулись с Актовского каньона, мы там, как вы видели, попадали под дожди. Но все прошло хорошо. А теперь мы отсиживаемся дома, работаем. Так что смотрите лучше наше видео. Отдыхайте. Ну и все, скоро снова будем путешествовать. Буквально через 2-3 недельки выезжаем в Киев на фестиваль Видолайф. Потом еще тут под Одессой будет сказочный город. Так что подписывайтесь. Все будем оттуда показывать. Будем показывать Раду. Ей уже будет 1 год. Буквально вот чуть-чуть как раз на фестивале Видолайф мы его отметим. Так что приезжайте в Киев, приезжайте в Одессу. И все, всем пока, друзья. А мы зайдем, наверное, в магазинчик, посмотрим, что там есть интересного. Рада.